Доход госнефтекомпании «Азербайджана Сокар» за 9 месяцев текущего года без учета торговых операций превысила 4 миллиарда манатов. Об этом в ходе онлайн-встречи по итогам финансово-хозяйственной деятельности компании за отчетный период сообщил вице-президент по экономическим вопросам Сулейман Гасымов. В отчете экономических показателей компании за январь-сентябрь основное внимание уделяется мерам по реформированию и оптимизации, вытекающим из сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+. Сулейман Гасымов отметил, что из 4,1 миллиарда манатов около 70% пришлось на внутренний рынок, остальные – на внешний. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года доходы компании от производственной и сервисной деятельности снизились на 17%. Выручка от экспорта продукции нефтепереработки и нефтехимии увеличилась, в то время как снижение было зафиксировано в основном по доходам от экспорта сырой нефти и продажи нефтепродуктов на внутреннем рынке. По итогам встречи президент Сокар Равнак Абдуллаев отметил необходимость продвижения цифровизации во всех структурах компании, обеспечения максимальной экономии.